Девочки, время, знаете, сколько сейчас? 3 часа, 3 часа ночи. Я проснулась полчаса назад. Ой, ну я уже выспалась. А уснула 10:30 где-то. На улице темно. Только что там даже музыка какая-то играла у кого-то. У кого-то тоже бессонница, но не до такой же степени. Музыку включать. В общем, короче говоря, сажусь пить кофе, девочки. Сейчас попью кофе и начну что-нибудь делать. Вообще-то, девочки, я в такую рань последнее время очень редко просыпаюсь. Я последнее время сплю уже как положено, там до 7, до 8 утра. Ну, я и уснула, во-первых, рановато, еще было 10:30, как-то так вот вырубилась. А с другой стороны, вот эта музыка какая-то за окном играла, 2:30 ночи, кому-то не спалось. Ну, она меня разбудила. Ну, я как-то, в общем-то, знаете, спокойно тогда, когда мне утром никуда не нужно идти. Вот если я знаю, что утром я могу лечь и уснуть, например. Бывает такое, кофе пью-пью, потом легла, уснула и сплю дальше. Вот, но меня еще разбудила мысль, что мне надо монтировать видео, а я люблю это делать рано утром, поэтому я спокойно встала и сейчас пью кофе. В общем, раскачиваюсь и сяду, буду монтировать видео, когда тишина, когда все спят. А вы мне напишите в комментариях, у кого бессонница, чем вы занимаетесь ночами? Кто что делает? Мне вот просто интересно. Но вообще у меня бывало такое, когда даже если вот мне не надо монтировать видео, я могу встать, пропылесосить. Если мне надо приготовить, покушать, я могу начать готовить. Я бывало такое, что я ночью борщ там варила. Когда, вы знаете, когда одна дома живешь и знаешь, что можешь спокойно включить свет, включить там, что нужно, и, в общем, никого будить не надо, не разбудишь, никого не побеспокоишь. Спокойно можно заниматься делами, тихо, хорошо. И можно даже, вы знаете, за вот это вот предутренние часы можно сделать столько дел, которые можно сделать, в общем-то, в принципе, за полдня, вот за утро. И уже бывало такое, когда к утру я уже свои дела все заканчивала, все, что запланировала сделать, в принципе, за день. Ну, по крайней мере, до обеда я себе так обычно планирую что-нибудь. После обеда у меня, как правило, уже и сил нету. И бывало такое, что к утру, там, к 9-10 я уже заканчивала все свои дела. И спокойно могла ложиться, включать телевизор. И под телевизор уснуть, и поспать еще. Конечно, потом уже, после того, как поспишь, уже потом ничего не делается. Уже такое, знаете, состояние. Но, по крайней мере, можно что-то можно поделать. Вот. У меня, помимо этого, на сегодня еще что? Стирка, поменять постельное белье, постирать его. Вот, прибраться еще в комнате. Ну, это, в общем, такое несрочное. Вот то, что срочное сейчас, это я... Хочу помонтировать видео. В общем, девочки, выпила я уже одну чашечку кофе. Уже налила вторую. Проснулась, взбодрилась уже. И думаю, что я буду время сейчас терять. Пока я буду монтировать видео, за это время у меня уже белье постирается. Я поставила размораживать курочку. Курочка у меня большая, деревенская. Я немножко ее разморожу, чтобы разрезать пополам. Половинку я хочу сварить. Хочу вареной курочки. Вот. Ну и что? Надо сейчас поменять постельное белье. Пусть оно стирается, да? Кстати, вы эту тумбочку помните? Это я у дочки взяла. Она ей уже не нужна. А мне она как раз, кстати.
очень даже подходит. Кстати говоря, хоть у меня машинка стиральная на 1200 оборотов, я всегда снижаю обороты. Вот 1000 это максимум, 1200 вот несколько раз я включала, и то зимой, чтобы быстрее все высохло, когда уже развешиваю в комнате. А так, ну вот сейчас постельное белье, полотенчика там поставлю на 1000 оборотов. Пускай стирается. Ну все, пойдемте монтировать видео. Девочки, ну что, я еще не все смонтировала, но у меня белье уже постиралось. И мы утро встречаем с рассветом без 5-6. Я уже вывешиваю белье. На улице расцветает уже. А вообще, девчата, здорово, когда 6 часов утра, а уже такая куча дел сделана, просто класс. Что я вам хотела показать, девочки, что я вчера увидела? Вот этот календарь у меня из FixPrice. Я уже начала, когда искать сентябрь, август отрываю и смотрю, сентябрь у меня тут уже последний месяц. И получается, что... Вот он, июль тут последний, август последний, и тут сентябрь последний. Октябрь, ноябрь, декабрь на 3 месяца обманули, при том, что во многих календарях январь еще включен. А здесь вот сентябрь последний месяц. Представляете, как FixPrice нас обманывает. Ну все, продолжаем монтировать дальше видео. Ну что, девочки, я закончила монтировать видео. И вот такая вот, смотрите, какая красивая курочка у меня есть. Это курочка с деревни. Это мне ребята привезли и угостили меня. Я им подарки, они мне подарки. Здорово. Я хочу половину курочки сварить сейчас. Просто хочу вареную курицу. Так что я ее сейчас переполовиню. Она еще не до конца разморозилась, но и хорошо. Девочки, курочку я порезала на кусочки, залила водой и сейчас поставлю вариться. Что я буду из курицы делать, еще не знаю. Я только знаю, что я хочу вареную курочку. И, кстати, очень давно я уже не пила куриный бульон, но именно с такой вот деревенской курочкой. Поэтому, может быть, даже я не буду варить никакого супа, а просто вот попью бульончик с вареной курочкой. Ну, посмотрим, пускай пока варится, да? Ну, а я сейчас завалюсь на диван, включу телевизор и подумаю, что еще могу сделать. А может быть, ничего пока делать не буду, может быть, мне спать захочется, я усну. А время сейчас еще без 15:08, время раннее, в общем... А я уже управилась. Какая я молодец, а? Девочки, у меня такой симпатичный бульончик нарисовывается. И я решила, что я не буду делать суп, а просто пускай у меня будет бульон. Лавровый лист добавлю туда. Половинку луковицы кину целиком. И соль, перец. Вкусную соль и перчик. Все, пускай будет такой вкусненький у меня золотистый бульончик. Все, я посолила, поперчила. А соль, так как она с зеленью сушеная, смотрите, уже какой симпатичный получается бульон. Я сейчас еще убавлю, чтобы он едва-едва кипел. И пускай варится, пока не сварится. Даже зелень бросать не буду. А на завтрак у меня сегодня запеканка. Я вчера сделала запеканочку, очень вкусную. И как раз вот сегодня она будет у меня на завтрак. Девочки, моя курочка уже сварилась давно, уже остыть успела. И вот я решила ее сейчас уже покушать. Прям уже очень хочется просто с бульончиком курочку поесть.
Все, пойду кушать. Девочки, мне так давно хотелось куриного бульона. И я даже легла, вроде пыталась уснуть и не могла уснуть. А теперь я понимаю, почему. Я с удовольствием поела курочку, выпила куриный бульон и еще добавку куриного бульона. Получила колоссальное удовольствие. Такой вкусный получился, просто я не могу. Вот, а теперь я уже насытилась, я теперь сытая, довольная. Глазки закрываются. Сейчас я уже включила спецсистему, уже на улице жарко. Хотя времени еще 12 часов нету. Но, в общем-то, я хотела вам снять мою бессонную ночь. Ночь закончилась, и утро тоже уже заканчивается. Вот, а мне как раз время пришло устроить тихий час. И сейчас я уже смотрю телевизор. И под телевизор, наверное, усну. Больше я сегодня делать ничего не планирую. Поэтому я видео на этом заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. И напишите мне обязательно в комментариях, кто что делает в бессонные ночи. Мне интересно, может быть, возьму на заметочку себе. Ну вот и все. Пока-пока.